Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quarries. Сегодня поговорим про мой новый автомобильчик. Практически я уже месяц как избавился от Приуса. Машина мне крайне надоела. Надоело ездить на пластмассовых японских жестянках, которые не обладают харизмой. И я пока временно пересел на настоящий американский автомобиль. Меркурий Гранд Маркиз. Замечательный автомобиль. Замечательный 8-цилиндровый 4,6 литра двигатель. Вот это я понимаю машина, а не какая-то японская малолитражка. 4,6 литра двигатель. В салоне звук двигателя вообще не слышен. В салоне. После старта и во время хода звук двигателя практически вообще не слышится. Машинка идет очень ровно. Все регулировки сиденья можно повернуть как ты хочешь. Вот ощущение такое, что я нахожусь на диване перед телевизором. При этом машина весьма мощная. Очень быстро разгоняется. Вот, то есть, вот катаемся, получаем удовольствие от такого автомобильчика. На подходе скоро будет еще одна машинка. Прикупил я Cadillac себе Deville. Вот, нужно сейчас кое-что поменять по гайкам. И, наверное, сниму о Cadillac отчет. Cadillac'ов у меня еще в жизни не было. Вот. Но Меркурий, хочу сказать, Гранд Маркиз. Машина весьма-весьма прикольная. Вот. Можно покататься. Вот. Хорошего всем дня. Здоровья вам, вашим близким.